Резин арт – морской пляж из эпоксидной смолы. Всем здравствуйте, меня зовут Данилова Олеся, и сегодня мы сделаем с вами подстаканник и зальем его эпоксидной смолой. Я расскажу вам все техники смешивания, какие красители у нас применяются, какие порошки используются и какие, в принципе, инструменты используются. Но прежде чем начать работу, мне надо будет переодеться, потому что эпоксидная смола в жидком состоянии очень вредна, она выделяет вредные токсины, поэтому смолой можно пользоваться только людям старше 18, работать старше 18 лет, и нельзя работать беременным, кормящим. Вредные вещества оседают в наших легких, поэтому мы работаем в строгой защите. Нам обязательно нужно защитить дыхательные пути, одежду и руки, что даже при попадании на кожу смола может вызвать очень сильную аллергию. Поэтому мы все защищаемся. Поэтому я сейчас буду одеваться. Досье на мастера. Олеся Данилова, техник по образованию, творец по состоянию души, находится в постоянном поиске самовыражения. Освоила несколько видов ремесел, в том числе скраббукинг. Резин артом увлеклась полгода назад. Уверена, что это один из наиболее интересных видов современного искусства. Мы преобразились, защитили себя, дыхательные пути, руки и одежду. Начинаем работу со смолой. Смола разных фирм смешивается по-разному. Та, что у меня, смешивается в пропорции 2 к 1. То есть нам надо на один подстаканник в среднем уходит 21 грамм смолы уже смешанной. Поэтому мы берем 14 грамм основы. И 7 грамм отвердителя. Если переливается, при густой смоле можно немножко отлить. Самое главное – это хорошо его промешать. Мы мешаем смолу где-то около 5 минут. Секрет мастера – смешивание основы с затвердителем – очень ответственный процесс. Если плохо или недостаточно промешать, масса получится неравной консистенции, а изделие – пузырчатым и неравномерным. Нам важно вымешать обязательно нужное количество смолы, чтобы не перелить, она же потом застынет вам. Ну, как бы, куда ее девать? Важна точность, чтобы ее правильно смешать. Ну, и я думаю, тут как бы без творчества не обойдешься, потому что надо пробовать разные способы, разные волны, разные движения. Будем использовать разные красители, чтобы придать цвет. Обычно я делаю небольшой подмалевок белой акриловой краской для того, чтобы рисунок и цвет был более насыщенный. Для создания ажурных волн у нас используется специальный порошок. Потому что если просто делать белым красителем, она не получится красивой, волнистой, как настоящее море, чтобы было, надо специальный порошок. И нам его придется, опять же, очень хорошо размешать, иначе он не возьмется и будет комочками. Секрет мастерства. Существует более 20 техник исполнения художественных изделий из эпоксидной смолы. Сама смола бывает жидкой, средней, густой и ювелирной вязкости. Чтобы создать берег, возьмем песочек. Как бы тебе там не нравилось работать, ты точно такую же не сможешь в любом случае повторить, потому что тут дело случая, как смола ляжет. Тут как бы ты хочешь. Конечно, может получиться очень похоже, но прям вот чтобы точно-точно никогда две одинаковых работы при смоле не получится. Досье на мастерство. Эпоксидная смола – синтетический материал, который изобретен около 60 лет назад. Универсальные свойства позволяют использовать его во всех отраслях жизни. В последние несколько лет стал особо популярен у художников и ремесленников. Эпоксидные смолы, использующиеся в качестве основного материала в искусстве, называют компаундами. Они нашли свое применение при изготовлении сувенирных поделок, бижутерии, ювелирных изделий, в заливке столешниц и даже рисовании картин. Важно помнить, что посуда, изготовленная из эпоксидной смолы, пригодна для контакта только с холодной пищей. Применять их для разогрева в микроволновых печах категорически запрещено.
Так, ну все, в принципе, можно выкладывать. Я начинаю всегда с берега. Создаю ажурный берег. Так, потом начинаем с синий. Сделаем по насыщеннее моря. Если честно, я просто ни о чем не думаю, наслаждаюсь процессом. Интересно всегда, что получится в конце. Вот на дереве как бы проще работать, потому что ты видишь результат сразу. Как вот на часах, на досках. А вот такие подстаканники, они заливаются в силиконовый молд, и весь рисунок внизу. То есть ты даже не знаешь, что там иногда как бы превосходит ожидания, а иногда получается не то, что ты хотел. Зато потом, когда ты добиваешься нужного рисунка, у тебя такое наслаждение, что ли, что ты добился, ты понял, как это делать. И от этого еще как бы еще приятнее. Хочется продолжать дальше. Волну сейчас будем делать, нам как на море, чтобы было. Это смола с белым пигментом, специальным смешанным для волн называется, для создания волн. И сейчас мы его будем раздувать. То, что больше всех, всем, больше всем нравится, когда уже начинается работа с феном. Можно использовать как строительный фен, но я почему-то приспособилась больше к домашнему, обыкновенному. Нам нужно начать работу. Это максимальная температура и слабый надув, чтобы получилось. Сначала мы немножко погреем смолу. И все. И вот этот порошок начинает образовывать волну сам. Вот смотрите, прям тут на глазах делает. Получилось как надо. При смешивании, когда у нас образуются на смоле пузырьки, чтобы их убрать, мы проходим горелкой. Совет мастера. При работе со смолой будущее изделие должно лежать на идеально ровной поверхности, иначе смола стечет с нее. И все, и можно украсить. Допустим, звездочку положить. А можно насыпать специальное, называется речная галька. На бережок. Вот и все. Наш подстаканник готов. Ну вот, уважаемые зрители, мы с вами закончили. Наш подстаканник готов. И от всей души я вам желаю отличного настроения, хорошего дня. И не бойтесь экспериментов, пробуйте, творите и наслаждайтесь процессом. Спасибо.